Когалымчане принимают участие в молодежном хакатоне, который стартовал в Нижневартовске. Среди них и молодой специалист территориально-производственного предприятия «Повхнефтегаз» Данил Крупадеров. Двухдневное мероприятие проводится с целью поддержки молодежных инициатив, вовлечения жителей округа в проектную деятельность, участия в грантовых конкурсах. Я и остальные участники данного хакатона приехали сюда со своими проектами, идеями, чтобы перенять опыт наставников и экспертов, чтобы в дальнейшем, подавая на грантовые конкурсы, одержать победу и реализовать свои идеи в своих городах. Идея, которую Данил Крупадеров привез на молодежный хакатон – открыть в городе Когалыме профессиональную секцию игры «Настольный теннис для детей и взрослых».